В общем, всем привет, ребят! Сегодня у нас скилл-тест Джади. Это игрок, который был в Warface и занимал очень много всяких разных призовых мест. Потом на какое-то время он ушел в Valorant и там показывал неплохие результаты. И был в составе Na'Vi в запасе, по крайней мере, это насколько неизвестно. Вот. Потом он снова вернулся в Warface, опять же выиграл там турнир, поучаствовал еще в одном и снова вернулся в Valorant. В данный момент он не в Warface. Но тем не менее, это самый жесткий аимер, которого я когда-либо встречал. Ему удалось проходить полосу испытаний на полигоне за 38 секунд. Это, по-моему, лучший результат. Или за 39. Ну, не столь важно, аимит он очень жестко. Плюсом ко всему, он играет многим любимым классом штурмовиком. Ну и, соответственно, он нам порвал очко. Прям очень-очень сильно. Когда мы играли, по крайней мере, в слабом снаряжении. И поэтому досмотрите, пожалуйста, ролик до конца. Нам нужно что-то решать с этим скилл-тестом совместно. Нужно решить, как вам будет интересно смотреть. Что-то нам подсказывает, что нам пи***а. А с чё? С какого? Перебугу? Я за вас свечку поставил, ребята. Да? Да. Анальную? Ректальную? Не, ну Джади должен сейчас, должен нас развалить. Вот это было очень сочно. Надо было бежать дальше, как можно дальше. Он, если тебя в упор выходит, тебе все, тебе просто пальчик в анальчик, блин. Нет. Все, наверное, не должно быть шанса. Мы уничтожили отряд врага. Да. Я его не слышал сейчас, я услышал последний раз подкат. А потом пошел уже, тройке, потом уже подкат. Еще один. Бля, пошли вчетвером. Раунд 4. Мы уничтожили отряд врага. Победа за нами. Это форма, это форма. Ууу, Степка, надо решать вопросы. Что это такое, блин? Новая мета, ты посмотри, что, нами, что с нами делают просто. Раунд 5. Окей, 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 окей. Готов? Это невозможно. Это невозможно, реально просто. Охренеть. Нормально. Так это скилл-тест нас, блять, а не участников. Не, ну вы просто видели, как долго мы его пилили. Своими пушечками, вот этими вот горохометами. Впятером, вчетвером, втроем разом зажимали и не могли перестрелять. И точно такое же снаряжение навсегда можно забрать на один из классов. Абсолютно каждому из вас. А еще и метовую пушку получить на 30 дней. Переходите по ссылке в описании, потому что эту промо-страницу обновили, и забирайте. Это могут сделать как ветераны, так и новички, так и те, кто не заходили больше месяца. Новички, кстати, там же могут зарегаться. Вот. Ну а чтобы нам так больно не было, мы решили напялить снаряжение чуть-чуть пожирнее. Ну как чуть-чуть? Значительно пожирнее. И вот что из этого вышло. Раунд 1. Файт! Так, ну что, левел 1, я поехал. Сейчас я буду себя поувереннее чувствовать, во всяком случае, по броне. Осторожно! Смотри, пошла, многоходовочка нам. Я видел, да, вроде? Ты меня слышал, да? Блять! Многоходовочка не сработала, ребята. Ты видишь, сколько у меня снял? Осторожно, граната! Не, ноу ченс. Поймал, поймал. Не, вот это уже норм. Это уже интересно. Раунд 2. Файт! Пошли двойку попробуем. Сейчас мы уверенность двойку заберем. Смотри, он сейчас в оке может быть. Флэш подает ее. Осторожно, граната!
Рейсмак у нас в койке. Что? Блин, у меня звуки были что на мусоре как будто. Он думал, я его не распилю, короче, а он настолько уверен в том, что эта пушка настолько говнище, что он просто стоял до конца, дохуил на яйца. Пойдем на два. Пошли. Бегай, занимай первый. А! Куда? Куда бегут? Куда бегут родненькие? Куда бегут? Да, в тело за такие, за такие миллисекунды. Вот такие вот нынче пушечки пошли. Раунд 3. Файт! Левел 3. Да. Граната пошла! Граната! Сейчас качали, да? А нет. У наварка. Но! Это было жестко. Враг уничтожил нашу команду. Это было жестко. На имя, на скилле, бля! Вот она, скиллуха! Перестрелять Джади, с валом который, с обычной хуйни. Я пошел на один. Брат. Он меня догоняет. Страшно. Брат. Что? Граната пошла. Куда моя граната полетела? Что она ударилась? Хорош! Не, слушай, вот в этой броне уже маленечко все-таки легче. Потому что мы до этого даже вот вчетвером не могли его забрать. Заряжаем. Заряжаем боеголовку. Интересные догонялки. О. Бомбус. Все, ребята, всем пока. Да. Раунд 4. Файт. Ну что, левел 4. Поехали. Так. Нет, я же его видел. Давайте, значит, исчезаем. Пошли. Найс! Найс! Пойдем втроем в спину? Ну, мужика. Тут нет никого. Он на мосту! Он принимает тройку! Не выходите на кружок, не выходите, не выходите, выходите. Он на тройку вверх лезет. Граната! Меня сейчас двойки убили. Мы проиграли раунд. Блин, тяжеловато. Взорви. Кидаю гранату! У меня близко короткая. Наш отряд разбит. Да, мы проиграли. Ну, мужик, куда ты, куда? Ну, тут же как бы киберспортсмен бывший тоже сидит. Осторожно, граната! Не, 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 не. Миссия провалена.
слишком плотно таких нащуривать. Ну, походу, понял, что с этой пушкой его все-таки могут перестрелять. Поэтому боится теперь. Я попробовал с этой броней или... Ну, с этой броней и с этой пушкой. Граната пошла! Все. Найс, фух. Граната! Это было тяжело. Это было тяжело. Один в один точно шансов мало переиграть. Выпускайте Кракена! Раунд 5. Fight! Давай, покажи ему, где раки зимуют, блин. Граната! Еще. Я ему дал немножко в голову. Капец, эта пушка спиливает за секунду тебя. Химан. О, надо выкурить. О, у меня бомба. Нет, они даблпикали. Мы проиграли. Нет. Ну да, Valve такой броню вообще не пилит. Ну и как вот быть? В такой броне мы его ушатали. Ну это нормально. А в дефолтной броне нам пизда. Вот как быть, нам скажи. Нет, с валом тяжело бегать. Конечно. Ты тут делаешь, думаешь, дело в вале? Хз. Лично мне с валом тяжело бегать просто. У нас просто, смотри, 155. Защита брони. Ну, то есть 155 брони, защита рук 20. Защиту ног 20. И еще плюс 10 единиц за попадание снижает. То есть руки-ноги это добавляет еще по 10 единиц. Короче, как вы поняли, только спектр гамма заставляет потеть действительно испытуемых. Броня слабее вообще никакого напряга им не составляет. Нам нужно вместе с вами решить, нам бегать спектр гамме все-таки в целом сете. Или может быть напялить спектр гамма плюс убрать бонус от 4 предметов, там 10% за попадание снимает. Соответственно, тогда испытуемые смогут нас быстрее распиливать, но тем не менее мы будем не такие ватные, как бегать, допустим, в варанах. Давайте совместно это решим, пишите в комментариях свое мнение. А то если мы будем бегать в варанах, то абсолютно каждый участник будет проходить скилл-тест. И это, ну, как бы интрижку будет убирать всю.